Сама форма вот этого набора в виде такого пирога. В комплект входит двое вот таких щипчиков. Здесь у нас получается 5 видов фруктов. Каждый фрукт идет в двух цветах. Это бананы, апельсин, виноград, сливы и яблоки. Дальше, обратите внимание, сама чаша идет вот с таким вот разделителем. Идут вот такие вот карточки. Карточки двусторонние. Мы вот таким вот образом можем разделить. И ребенок уже у нас сортирует фрукты. Здесь получается по цвету и по виду фрукта, да? То есть у нас есть фрукты белого цвета, да? То есть здесь уже мы тренируем, не делаем акцент на цвете фрукта, а именно на виде фрукта. То есть мы можем сортировать просто по цвету, да? И, соответственно, есть также сортировка по счету от 1 до 10. Дальше мы можем играть с этим набором в песочек, какую-то сюжетно-ролевую игру, например, испечь, да, пирог и украшать пирог различными фруктами, обращая внимание ребенка на цвет либо на вид фрукта, да, допустим, пирог у нас там яблочный и так далее.